Познакомьтесь с Коней Галлипи, предпринимателем, специалистом по природным ресурсам, волонтером и экологическим аналитиком. Госпожа Галлипи является поклонником природы, имеет степень бакалавра в области управления природными ресурсами, получила дополнительное образование в области наук об окружающей среде в Политехническом институте и Государственном университете Вирджинии. Начала свою карьеру в North State Resources в качестве аналитика. Позже работала в EDAW, Sacramento Tree Foundation, Conservation Strategy Group и Калифорнийском совете по городским лесам. Кони Галлипи основала компанию BitGive, которая построила позитивную благотворительную организацию для биткоин и блокчейн-индустрии, устранив разрыв между инновационной технологией и ее практическим применением для некоммерческих организаций и гуманитарной работы в развивающихся странах. Она также награждена почетной грамотой Зарубежного общества международного лесоводства.